мне в отделение спором идти? Он там нужен? Он там нахуй никому не нужен. Вы 13, о чем, блядь, ему 5 лет что ли, нахуй? Реаниматор. Блендер? Да. У тебя рюкзак есть, не? Есть. Нужно что-то положить? Нужно пока попробовать сесть на наводчика. Бой, если можешь, возьми ящика потом. А мы доедем, надо наводчиком посидеть, это молокс потом. Я бы... Ревком, в смысле? А? Ревком ты имеешь? Да, в смысле наводчиком, пока мы едем. Ох, ёпта. Прощай, чувак. Куда сел? Что? Космонавт! Смотрите, братцы, у вас счастливчик какой-то. Оп! Опа! Лутай, лутай, лутай! Кто это, блядь? А? 12-й! А? Ну-ка! О! У тебя ПЗРК? Да. У 13-го это ПЗРК. Это Реник? 12-й? А? Может, ты отдашь? РМ Максимум. Так вы разобрались, кто его берет? Кто это мог? РМ Мак. Давайте нам его берет. Куда давай. Ты его? Что с ним случилось-то? Вот, иди сюда. Ящики залетел. Кто? На ящике взлетел. Мастер, возьми ПДРК. Бля, мог бы спокойно стоять на ящике, за ним вертушка могла подлететь. Нет, надо было спрыгнуть. Ящик рано или поздно все равно полет. По крайней мере, Таркфан тренировался. И это все решает. Надо было парашютом дать. Весельчак какой у вас, да? Так, кто у нас тут это стал, блядь? Весельчак.